Добрый день. Сегодня я бы хотела с вами обсудить тему коварного скрытого кариеса. Очень часто приходят родители на осмотр и не знают о такой проблеме. Покажу вам на примере. Ко мне обратились замечательные родители с вот таким пятном на зубе. Мы решили провести дополнительное визиографическое исследование, поскольку на осмотре мы еще заподозрили скрытый кариозный процесс между двумя зубами. Родители очень удивились, что такой кариес существует у детей, поскольку их интересовало только лишь это пятно. Вот что мы увидели на снимке. Два временных зуба, которые будут меняться в возрасте 10-11 лет. И вот мы прекрасно видим скрытый кариозный процесс, который при несвоевременном лечении может поразить уже нерв зуба. Родители были очень удивлены, и я вам покажу, как мы пролечили два зуба. До того, как мы очистили два зуба от налета, контактный кариес стал более заметен. На этой фотографии мы отчетливо с вами видим контактный кариозный процесс. Такие фотографии я обожаю демонстрировать родителям, и очень часто реакция очень эмоциональна: «О, это скрытый кариес, о котором вы говорили». Далее мы убрали контактный кариес и кариес на жевательной поверхности зуба, установили матричную систему и затем провели реставрацию пломбировочным материалом. Теперь два зуба выглядят, как будто там ничего и не было. Дорогие родители, приглашаем вас на профилактические осмотры раз в 3 месяца, чтобы исключить скрытый кариозный процесс, как в данной ситуации.